столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Акция стартовала 1 сентября и продлится 3 месяца. За это время участковые планируют посетить каждую квартиру и дом, отработать дачные массивы, стройки и рынки. Всю информацию, собранную о жителях, полицейские направят в налоговые органы. Силы правопорядка также будут направлены на выявление иностранцев, нарушивших правила пребывания в стране, организаторов нелегальной миграции, а также работодателей, незаконно привлекающих иностранную рабочую силу. Thank you.